Меня зовут Чумичева Даша. В фильме «Суворовец» 1944 я сыграла роль беспризорной девочки. Во времена Великой Отечественной войны за детьми из детских домов практически не следили. И поэтому они сами за собой следили, искали себе еду, убирались, ухаживали за собой. Поэтому моя героиня ответственная, добрая и очень трудолюбивая. Желающих-то нет. Выходит, не придем мы. Но мы все ж смогли, сделали. Уж когда нас шепчет и мне... Мы – дети, у которых все хорошо. Совсем не думаем о ребятах, у которых нет родителей. Каково им так жить? В фильме «Суворовец» как раз показаны такие ребята. Мне их безумно жаль, и надеюсь, что в настоящие годы их будет как можно меньше.